Уважаемые дамы и господа, предлагаем вашему вниманию гладильную систему «Комфорт Вапо». Она имеет все функции, которые к настоящему моменту изобретены в области глажения, плюс несколько уникальных функций. Гладильная система «Комфорт Вапо» производится в Италии на заводе компании «Техновап». Уже 21 год завод производит профессиональное промышленное оборудование и параллельно элитную бытовую полупрофессиональную технику. Сейчас вы в этом убедитесь. Доска очень легко раскладывается. Необходимо установить ее на ножку с колесиками в вертикальном положении, нажать на рычаг и вытянуть верхнюю ножку вовне до желаемой высоты. Также доска очень легко складывается. Необходимо слегка наклонить ее узкой стороной вниз, отжать рычаг, одновременно вытягивая заднюю ножку внутрь. Вставив каретку, проконтролируйте, чтобы винты для фиксации были завернуты. Установите парогенератор и закрепите его при помощи винтов снизу к каретке. Включите соединитель стола с белым наконечником в гнездо на парогенераторе. Включите паровую трубку стола в быстрое соединение сбоку на парогенераторе. Вставьте тонкий металлический держатель кабеля парового утюга в соответствующее отверстие. Установите подвижное колено и мобильный кронштейн. Установите профессиональный паровой утюг на термостойкий коврик. Закрепите кабель снизу вверх против часовой стрелки, сделав 3 оборота вокруг металлического держателя. На четвертом обороте проденьте верхнее кольцо. Вставьте штепсель парового утюга в разъем парогенератора и убедитесь, чтобы желтый крючок штепселя был заблокирован. Оденьте тефлоновую насадку, закрепив ее пружиной в конце ручки парового утюга в специальной выемке. Утюг имеет удобную пробковую ручку и защитные крылышки от пара. Риск ожога исключен. Открутите черную пробку с нажатием. Наполните котел обычной водой из-под крана примерно 1,8 литра, 2 бутылки по среднюю рисочку. Правильно закройте пробку с нажатием. Никогда не открывайте пробку во время работы парогенератора. Включите основной прерыватель, красная кнопка, и прерыватель котла. Подождите из расчета 3 минуты на 1 литр воды, пока не загорится зеленый индикатор. Пар готов, можно приступать к работе. Когда закончится вода, загорится красный индикатор. Выключите прерыватель котла, основной прерыватель, красная кнопка. Отключите кабель питания, приоткройте одним поворотом пробку, удалите остаточный пар и наполните водой. Паровой утюг имеет терморегулятор, единица, двойка, тройка и зона пара. Установите его между двойкой и тройкой. Это самый оптимальный нагрев подошвы утюга. Проточки лабиринта расположены зигзагообразно в подошве утюга. Пар, проходя по кабелю, слегка конденсируется, гуляя по этим проточкам лабиринтом, вторично подогревается и выходит в сухом сжатом виде температурой 160 градусов. Тефлоновая насадка обеспечивает плавное скольжение и не оставляет лоска. Можно гладить в одном температурном режиме как шелк, так и шерсть. Кнопка подачи пара как для правши, так и для левши, что очень удобно. Возможно, импульсная подача пара путем периодического нажатия на красную кнопку или постоянная путем фиксации этой кнопки. Гладильная система оригинальна по дизайну. Все блестящие детали сделаны из нержавеющей стали хром-никель 1810. Стол доски позиционируется по 8 позициям – выше, ниже. Ножки сделаны специально так, чтобы можно было гладить сидя. Они совершенно не мешают ногам. Стол системы «Комфорт Вапо» подогревается до 65 градусов, что облегчает глажение и работает в 3 режимах. Включите режим наддува – одна черточка.
Он предназначен для глажки деликатных вещей и вещей на подкладке. На этом режиме следует осуществлять около 70% глажения. Без вентиляции доску не использовать. Режим вакуума – две черточки. Он предназначен для тонких сползающих тканей. Очень удобно гладить складки, стрелки на брюках. В одну сторону с паром, в другую сторону без пара. От пара волокна ткани распрямились, и их необходимо закрепить. Ну а если вы загладили не в том месте стрелку, ее легко убрать. Режим пульверизации стола работает только на наддуве. Включите режим наддува, одна черточка, а затем нажмите кнопку подачи пара в доску в прозрачном термокожухе. Пар по соединительному кабелю поступает в стол, и его поверхность становится одним большим утюгом. Пульверизация помогает вам гладить руками наиболее деликатные вещи, расшитые бисером, блестками, камнями, тонкий трикотаж, шерсть, шелк и тому подобное. Использование режима пульверизации одновременно с паровым утюгом создает эффект, который мы называем «двойная атака». Интенсивное увлажнение ткани с двух сторон идеально для глажения вещей, которые обычно очень трудно отгладить – джинсы, пересушенная одежда, вещи из хлопка и льна, постельное белье. Выключать необходимо в обратной последовательности. Сначала кнопку в прозрачном термокожухе, а только потом доску можно переключить в режим вакуума. Две черточки через ноль, чтобы все подсушилось. Благодаря мобильному кронштейну очень удобно отпаривать вещи в вертикальном положении. Также можно легко отгладить шторы, не снимая их с карниза, так как парогенератор очень просто отсоединяется от гладильного стола и имеет свои колесики для передвижения по полу. Таким образом, можно отгладить рукав или полностью пиджак. Паровая щетка. Вначале необходимо прогреть кабель, стравив первый пар. Паровая щетка позволяет избавиться от нежелательных запахов вчерашнего парфюма, табака, пота. Обернув щетку в белую тканевую салфетку, можно почистить вещь, сбить пыль, убрать лоск. Паровой пистолет. Вначале необходимо прогреть кабель, стравив первый пар. Он предназначен для удаления свежих пятен. Если ткань плотная, то пятно выбивается под углом 45 градусов на салфетку. Если тонкая, то насквозь. Так как выделяется дистиллят, ореолов от капелек воды не остается. Также можно почистить обувь. Струю пара необходимо направлять по касательной. Парогенератор легко отсоединяется от гладильного стола и имеет свои колесики для передвижения по полу. Выключите основной прерыватель, красную кнопку. Выключите паровую трубку стола из быстрого соединения сбоку на парогенераторе, нажав на красную кнопку. Отключите соединитель стола с белым наконечником из гнезда на парогенераторе, подняв скобу вверх. Открутите снизу два винта.
Парогенератор полностью из нержавеющей стали. Котел не обрастает накипью, весь известковый налет в виде взвеси находится на дне. Просто нужно один раз в месяц его промывать проточной водой, без добавления антикалькирующих средств. С помощью ряда насадок можно убрать любые поверхности от пола до потолка. Это стопроцентная уборка помещения без применения бытовой химии. В комплекте насадок очень удобный гибкий гофрированный кабель. Две удлинительные трубки, которые закрепляются друг с другом желтыми замочками. Прямоугольная насадка для горизонтальных поверхностей, на которой есть клипсы, куда можно прикрепить белую матерчатую салфетку для уборки деликатных поверхностей. Паркет, ламинат, ковры, ковровое покрытие. Температура пара на выходе 160 градусов. Автоматически производится дезинфекция поверхностей и удаляются запахи. В процессе вам нужно будет просто заменить салфетку по мере ее загрязнения. А таким образом вы можете почистить мягкие поверхности, предварительно их пропылесосив. Причем ваш ковер или другая мягкая поверхность через 2 минуты будут сухими. Треугольная насадка с клипсой для вертикальных поверхностей, предметов интерьера, мягкой мебели. Работает по такому же принципу, как и прямоугольная насадка. Не забывайте, что на кнопку подачи пара необходимо нажимать прерывисто. Насадка для окон, стекол и зеркальных поверхностей. Вначале нужно прогреть кабель, стравив первый пар на салфетку. Необходимо обдать паром поверхность, затем разжижить грязь, перевернуть насадку, собрать разжиженную грязь и после протереть насадку белой матерчатой салфеткой. Механизм мытья окон сверху вниз. Ореолов от капель воды не остается, так как выделяется дистиллят. Турбосопло для труднодоступных мест. Межкафельные швы, водный камень, ржавчина и многое другое. Загрязненные швы чистятся направленной струей пара по касательной. Жирный налет с мебели можно снять разогретой паром матерчатой салфеткой. С помощью насадки паровой вантус можно избавиться от засора и неприятного запаха. Внимание! Не используйте оборудование, не прочитав внимательно руководство по эксплуатации.